Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Вечный вопрос, чем прикармливать рыбу зимой, а особенно в глухозимье? Конечно, сколько рыбаков, столько и мнений. Но я просто обязана поделиться этой информацией с вами. Вдруг и на вашем водоеме это сработает отлично. Рыбалка на корвалол – это что-то новое. И этот ароматизатор используют немногие рыбаки. Но бывалые говорят, что на некоторых водоемах рыба просто с ума сходит от этого запаха. Корвалол действительно неплохо привлекает рыбу к месту ловли. Делает это он не хуже, чем дорогие покупные ароматизаторы. За счет яркого запаха рыба подплывает, а дальше уже работает прикормка и наживка. Такой аптечный ароматизатор стоит в разы дешевле покупных профессиональных, а рыбалка нынче дело не дешевое. Накапав несколько капель на кусочек рафинада, кидаем в лунку. Запах на дне исходит от сахара и привлекает рыбу. Еще принято считать, что на этот ароматизатор клюет только карась, но это не совсем так. Такой запах нравится и лещу, и плотве, карпу, да и всей белой рыбе. Обязательно попробуйте так прикормить рыбу. Возможно, эта рыбалка будет лучшей в вашей жизни. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!